Добрый день, уважаемые любители шахмат. И снова я хочу вам рассказать об очередном очень сильном игроке. И сразу же в начале видео скажу, что надеюсь, что игрок, игравший этой партии, это не гроссмейстер, что этот аккаунт был либо утерян, либо отдан ученику, потому что если действительно играл шахматист, который здесь написан, то это все, это просто, я не знаю, тогда смысл тогда вообще что-то обсуждать об онлайн-шахматах, потому что согласно данных аккаунта, во-первых, он верифицирован, видим гроссмейстер, и сложно не догадаться, что Ибраев НБ, это Нурлан Ибраев, действующий чемпион Казахстана, как написано в профиле, я проверил, действительно так. Ну, если это так, то у меня просто нет слов, потому что дальше, если мы посмотрим, то также мы увидим, что это арбитр ФИДЕ. Ну, то есть, вы сейчас просто увидите все эти партии, но до самого начала я процент покажу. И, ну, я не буду говорить, что это играет именно данный человек, ну, кто-то играет под данным аккаунтом. Потому что процента заставляет удивиться. Смотрите, 99,2, следующая партия 98,2, 99,2, 98,8, сразу такие серии партий, 99,5%, 99,6, следующая партия 99,2, потом 98,8, 99, 98,2, 97,4, затем небольшой спад в нескольких партиях, затем 99,5, против гроссмейстера Петра Костенко. Смотрите, целая серия. 99,5, тут чуть ниже. 99,3, 99,1, 99,4, 99,3. Затем определенный спад. Партия, проигранная читеру, у которого 99,3 было. Видим, что его забанили. Этот аккаунт еще активный на момент записи данного видео. Ничья с читером, которого забанили. С тем партии против немецкого гроссмейстера 98,2, 98,7, 98,7, 98,5 и 3 партии против украинского гроссмейстера 99,2, 99,4, 93,3. Ну то есть я рассмотрю просто партии гроссмейстер консерватор 69, согласно. Ну, надпись это Михаил Бродский, тренер женской сборной Украины. Ну и Петр Костенко, понятно. Я просто покажу вам эти партии. Я, ну, пребываю до сих пор в шоке от этих партий. И эти проценты неудивительны. Итак, первая партия против Бродского. Ну, этот вариант очень неприятный. Гамбитная линия. И здесь черные сыграли конь f6. Это один из возможных ходов. И затем следует d5. Ну, насколько я знаю, это все теория. И здесь черные вместо хода слон e6 сыграли слон e7. И следует наказание. Сразу же видим серию точных ходов, после чего теряется фигура. Вроде бы. Ну, многие сыграли бы здесь ферзь e7. Обратите внимание. Потому что нельзя бить ферзь бьет c4 за ферзь f8 мат. Ну, таким образом бы выиграли. Но здесь следует первая линия, слон бьет f7, этот ход еще сильнее. Вот так вот бывает. Ну, дальнейшая часть партии, конечно, уже не вызывает удивлений. Так, следующая партия. Ну, я буду в разброс смотреть. Там будут, конечно, партии, которые заканчивались дебюты. Есть много партий между этими двумя шахматистами в защите Немцовича. Было проведено, черные разыгрывали один и тот же специфический вариант. И видим, что вариант не очень хороший. Но вот начиная с этого момента начинается жесткая очень игра. Видим, что ладья c8, это первая линия. Причем на большой глубине надо, чтобы вышло. И, кстати, я обратите, не сказал, но обратите внимание, что все партии 3 плюс 2 были сыграны. А не как обычно, там по 3 минуты. То есть времени на хода было достаточно. Так, после этого следует ошибка от белых, и cd, ферзь d4, f5, закрываем структуру, у белых уже проблемы. Затем следует ход ладья f7, точный ход, как видим, опять-таки первая линия. Сложно сказать, почему не играть на блокаду, сыграть конь c4, например. Ферзь h4, тоже точное расположение. Ну и здесь белые зевнули, конечно же, качество, и партия
принципе, теряют свою ценность. Но тоже, если вы будете смотреть, то хода постоянно первая линия. Например, сейчас следует ладья c4, нападаем на пешку. Зачем? Опять зачем-то. Движок показывает это четкой первой линией. Затем, ну, в принципе, заканчивается партия. Нечего особого сказать. Так, следующая партия. Здесь белыми. Тоже длинная партия. Тоже против Бродского. Видим атаку Созина. Сложный дебют, конечно же. И тут белые 99% показали в очередной раз. Ну, известный факт, что надо в таких структурах CB бить. Это укрепляет короля. Так, ну, дебют будем считать, что закончился. b4, видим, что это четкая первая линия. Затем идея сыграть конь b3, перевести коня на a5. Дальше a3. Такой вот медленный ход. Видим, что движок четко показывает, что это первая линия. Затем слон f4. Тут можно было, наверное, слон f4 ходом ранее сыграть. Но сейчас точнее, потому что ферзь не сможет защитить пешку с b6. И затем слон e3. Ну, типичный маятник. Мы ослабили поле d5. Меняемся. Ферзь d3. Видим, что если нет хода ферзь d3, то равенство. И затем следует конь d5. Такая вот серия ходов, которая дает белым перевес. И затем конь c7. Ну, кстати, многие наверняка задумались над чем. Что делать тут? Конь e7, конь f6 или конь c7. Что менять? Ну, конь c7. Самый точный ход. И 3 секунды всего на это потрачено. И идея сыграть дальше слон g5. Ну, это стандартно на самом деле. Идея избавиться от коня и затем играть на поле d5. Потом d5 черные пытаются провести. Конь c6. Вот это единственный ход из данной серии, который мне не совсем понятен. Потому что движок считает, что лучше было бы сыграть слон f6, либо ферзь f5. Но все равно у белых остается большой перевес. И дальше следует слон f6, gf и конь f5. Ну как вам? Мне нравится вот такой маятник. Конь c6 и затем конь f5. После этого конь идет на b7, ладья c7, конь пришел на c5, дальше король подходит к центру, и h4, ход, который блокирует фланг. Видим также, что вот эти вот хода на разных флангах движок показывает первой линии. Потому что конкретная причина, видимо, которую сложно понять человеку, ладья b7, g4, опять-таки хода на разных флангах, ну и h5, создается проходная пешка, черная теряют материал. Ну и партия закончилась, в принципе. Потому что был зевок хода конь c7. Ну что ж, очередная замечательная партия. Теперь рассмотрим партии против гроссмейстера Петра Костенко. Так, староиндийская защита. Здесь следует ход c4. Видим, что движок сразу же дает это как первую линию. Ну, видимо, c5 было плохой идеей, но разобраться над этой идеей не так легко. Тем не менее, белые разобрались. Дальше слон f4, защищая центр. И видим, что ЕД оказалась грубой позиционной ошибкой. Конь c5 было намного сильнее. Следует конь c5, d6, конь e6, ферзь d2. Отдаем слона. А затем мы подумали и по первой линии слон g3 видим. И не отдаем уже слона, слон g3. Сложно сказать, почему такая резкая смена игры. Ну, теперь слон g3, слон h4. Как видим, это самое точное, что есть в данной позиции. Так, следует размен ладей. Слон c4. И слон бьет e6. Такое конкретное решение с идеей забрать пешку. И ладья c4 тоже, ну как, многие здесь играли бы по-разному, тысяча выигрывающих способов, но самый точный найден. И белые выигрывают тоже в этой позиции. Многие конь e6 отошли, ну ладно, d7 уже не имеет значения, это конечная позиция. Далее, опять партия против гроссмейстера Петра Костенко. Староиндийская защита, в этот раз черные разыграли другой вариант, и следует жесткое опровержение. Позиция очень шаткая, и центр может быть подорван, но белые играют максимально точно. Видим, что позиция такая, что требует, ну, выбора a3, слон d3, следует слон d3, b4, конь a4, ладья b8, видим, что это ошибка. Ну, сложно сказать, что слон d7 единственный ход. Конь d4,
Сразу же этим ходом белые демонстрируют, что поле c6 было слабым. И видим, что позиция черных уже проиграна. Ну, неудивительно, конь на a6 не играет. Здесь следует ферзь e2. Ну, h3, конечно, ход замечательный. Не совсем понятно, хочет ли черный конь выпрыгнуть на g4. Но этот ход все равно делается. Видимо, g4 подготавливается. Ферзь e2 тоже не очень понятная профилактика. Видим, что был ход g4. Ну, d5, e5, конь e4, слон e4, дальше g4, играем на ограничение коня, слон e3. Ну и черные пытаются как-то замутить воду, ну спокойный ход, король g2, и затем c7, вся мутка исчезает, потому что у белых проходная пешка, они даже не обращают внимания на коня. То есть, ну как, многие наверняка же h тут побили бы, ну c7 все сильнее. Видим в очередной раз невероятно сильную игру. Следующая партия. Опять гроссмейстер Петр Костенко играет черными. В этот раз черные решили разыграть такую вот интересную расстановку, нестандартно. И они отыгрывают пешку, тем не менее белых остается перевес за счет давления фигурного. И обратите внимание, f на g. Ну, это логично, конечно же. Далее белый играет g4, h4, ну, продавливают на f7. Ну, вроде бы черные могут что-то сделать, ну, это иллюзия. Потому что дальше следует g6, и оказывается, что после данного удара теряется качество. Ну, соответственно, ход c5 оказался ошибкой, надо было что-то другое делать, но у черных уже были большие проблемы. Ну, в общем, оставшаяся часть, конечно, не требует никаких комментариев. Ну что ж, опять-таки белые разобрались, невероятно нестандартные дебюты. Далее пошло вообще хулиганство. Вот эта партия черные, ну это уже троллинг какой-то. Тем не менее, обратите внимание, что ход h4 и затем на g4, h3, это все равно является первой линией. То есть троллинг троллингом, тем не менее... Согласно движку, у черных уже перевес. Несмотря на то, что у них нет пешки до человека, это, конечно, непонятно. Ну, это очередной раз показывает, что дебют гроба, это очень плохое просто ослабление с самого начала следует. Ну, затем игра черных, как видим, качественная. И здесь следует следующее хулиганство. То есть сначала хулиганство был ход h5, теперь e4. У нее 4, зачем-то пешка отдается, но затем опять следует серия сильнейших ходов. Видим слон b4, затем слон d6, тоже очень интересный маятник. Ну, понятно, что водя h2 оказалась ошибкой, но маятник. Также стоит заметить, водя h8, кстати, забавно, что из этого хода не... Вернее, df8, из этого хода не было, движок показывает равенство. Но после этого следует замечательная жертва ферзя. Браво! Смотрите, какой форсированный выигрыш на ходе черные ставят мат. Ну что ж, эта партия, безусловно, могла бы попасть в книгу по тактике. Ну и рассмотрим еще две партии против гроссмейстера Михаила Бродского. Снова была разыграна защита Немцовича. После этого, ну как, черные уравняли, видимо, на выходе из дебюта. И видим, белые подумали и сделали неточный ход слон e3. И вот начиная с этого момента, все, у них шансов не было в этой партии. e5, в общем, дальше ed. Ну, сложно здесь разобраться, что, чем бить. Может c4 провести, ed, cd, конь e4. Может ладья d8 надо надавить, но видим, что ed это первая линия. И только потом ладья d8, что тоже является первой линией. И затем конь c4, ну, тоже выбор есть. Конь бьет e4, конь c6, другие хода. Ну и следует. И какая тактика? Ферзь f7. Почему ферзь f7, а не ферзь e6? Сложно сказать, но затем на слон f2 следует конь b2. И теряется качество. В принципе, остальное это добивание. Так что черные победили. И последняя партия. Здесь хорошая партия в исполнении белых тоже. Был разыгран данный гамбитный вариант, как это назвать, венский вариант, гамбитная линия, наверное, так это надо назвать, или у этого гамбита есть какое-то имя определенно, сложно сказать. Причем это очень неприятная линия для черных. В этот раз
Черный уже вроде бы выходит из дебюта. И обратите внимание на следующие два хода. Я их вообще не понял, почему именно сейчас ферзь c2. Но это первая линия. Потому что, ну как, когда кандидаты ладья e4 есть и так далее. Ну, следует ферзь c2, точный ход на ферзь d6. Только потом следует ладья e4, конь g6, логичный ход. И обратите внимание, конь h4. Вот, если бы этого хода не было бы, у белых не было бы перевеса. Согласно движку, король g7. И белые играют ферзь e2. Это намного точнее, чем сыграть конь g6. Мы подготавливаем этот ход. f5. И теперь только конь g6 следует. F на g. Ну, возможно, стоило сыграть король g6, но тоже это было проблематично. Ладья e5. Оказывается, что пешку защитить нельзя. c6. Черные задумались. Он бьет e6, ладья f6. И сильный ход d5. Тоже наверняка многие бы начали отскоки слоном искать с идеей хода ладья e7. Но нет, d5 намного эффективнее, потому что сейчас только следует размен. И обратите внимание на сильнейший ход ладья e6. Мы не вторгаемся на e7, это не так сильно. Затем следует ферзь e5, ну и d6, все, пешка пошла, и черные сдались, ферзь f6, ферзь e8. Ну что ж, браво, я не знаю, кто играл под этим аккаунтом, потому что эти партии неофициальные. Но, тем не менее, я прошу поставить лайк, будет ссылка на описание, а затем пускай часком разбирается, потому что, что это такое, я уже просто перестаю удивляться, когда вижу такое. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч.